Суд додела. Ангарская прокуратура вновь обратилась с иском против городской администрации. Поводом для разбирательства стало назначение Ольги Жураковской на пост, исполняющей обязанности главы. Надзорный орган признал распоряжение, подписанное Владимиром Жуковым в СИЗО, незаконным. По нашему мнению, что данное постановление соответствует действующему законодательству, поскольку глава администрации Жуков находится в местах лишения свободы и фактически не приступал к исполнению своих обязанностей после законного возложения этих обязанностей на Федорова, своего первого заместителя. И таким образом, не приступая к обязанностям, он не имел права снимать с нее данные должностные обязанности и возлагать на какое-либо другое должностное лицо. Материалы по делу направлены в Следственный комитет. Пока проводится расследование, полномочия главы города продолжает исполнять Ольга Жураковская.